наши дни при достаточном выборе новых постановок сложно найти такой спектакль, который бы помог взглянуть на мир по-новому. За последние годы традиционный театр теряет интерес у зрителей, а завоевывает его пластически. В Беларуси существует лишь один непонятный, манящий пластический театр «Инжест», основанный на эклектике пантомимы, танца бута и клоунады. Театр существует уже 27 лет и заявляет о себе все более уверенно. Любое движение завязано на энергии. Вот. И как бы оно не должно быть пустым. Ну, как, конечно, и слова не должны быть пустыми. То есть, в общем-то, я не то что против слов. То есть просто, как мне кажется, я вот уже давно про это говорил, что слово это, если говорить про художественный акт слова, да, то это гораздо более сложный акт художественное, чем движение. Движение, оно естественно, оно природное. Мы с ним родились, да. А слово нужно еще иметь право сказать. Да. Я вот никогда не считал себя вправе так вот осмысленно сказать слово на сцене. Не то, что я хочу добавить хаос тоже, потому что когда видишь чересчур много организованности, то есть это тоже принцип карнавала, там, и в каком-то смысле и социальная функция, да, вот, таких людей, как я, как мы. Потому что ну, какие-то гротескные и иногда даже чересчур гротескные формы рождаются только там, где слишком много официоза, организованности, там, значит, и четкой определенности там какой-то там, значит, да. Вот, наверное, и это тоже. Ну, поэтому иногда хочется и хулиганства. Очень давно мы делали один из первых таких хэппенингов. Там мы делали такое представление, называлось оно «Сеанс яйцизма». То есть мы просто вымазывали, это было где-то 80-е годы, там 88-й, наверное, год. Вымазывались краской, там, потом разбивали там, кучу яиц друг от друга. Там, значит, это как бы был такой вот акт авангардистского искусства, значит, да, все это. И потом в этой краске, в этих яйцах, в каких-то там креме, там они под песню Кобзона «Солнечному миру, да-да-да, ядерного взрыва нет-нет-нет», шли к людям там и кричали там «Люди, братья, обнимемся», там, значит, да, что-то такое, там, «Это наша маленькая земля», там, что-то там такое. И вот просто было очень интересно, когда там 500 человек убегало от 10, там, значит, да, то есть. То есть большое поле, и, значит, 10 человек, измазанных чертиках, значит, пытаются идти к людям, а те от них убегают, не хотят с ними обниматься почему-то. Вот. Ну, это был такой шутовской вариант. Да. Попробуйте выйти на улицу, да, то есть собрать своим вниманием людей и сказать им слово, да, вот просто вот здесь. Я не думаю, что так вот сходу получится. С помощью движения. То есть вот отсюда и театр рождается, поэтому вот и перформанс, поэтому и уличный театр, потому что театр он должен иметь свое внятное начало. То есть, и улица это очень четко показывает. Если появляется предмет, то есть вот, чем не владеет, например, абсолютно драматический театр? Они перегружают предметами, бытом или каким-то ненужным реквизитом, декорацией, сцену до такой степени, что невозможно. А пластический театр исходит из того, что если предмет появился, то есть это вот клоунада вот очень сильно использует. Это должен быть один предмет, да? Но ты вот из него должен столько вытащить, да? Thank you.
Как лишить себя социального статуса? Надо лишить себя внешних социальных атрибутов. Да? Вот, это взято взаймы, да? Как Декру говорил. Ну, то есть, что такое настоящий актер? Это голый человек на голой сцене. Да? Вот попробуй вот так что-то сделать, да? Убрать от себя литературу, музыку, там, все эти. И вот и тогда вот начнется настоящий театр, когда ты всю шелуху с себя сбросишь. То же самое и вот отношение к социальным атрибутам. Да? То есть, ну, убери там, квартиру, машину, должность, возраст, значит, какой-то там статус там, и так далее. Да? То есть в этом суть вот карнавала. Шут, актер, то есть он как бы это постоянный носитель карнавала в жизни. Да? То есть вот он, его функция в том как раз, чтобы говорить правду, да, то есть, ну, чтобы говорить правду, надо немножечко отстраниться от существующей жизни, да, потому что, находясь в этой сфере, в этих стенах, в этом коридоре, ты как бы вправо-влево, ты никуда не можешь, да, надо уйти вообще, да, а чтобы уйти, надо себе помочь. Отсюда и маска, отсюда и грим. Ты ощущаешь себя защищенным, во-первых, сразу, да, с одной стороны, ну, как, в каком плане защищен? Защищенность в том, что ты сразу становишься незащищенным. То есть, вот опять-таки, начинаем с того, как возникает актер. Да, вот опять-таки, выйди на улицу и попробуй стать актером. Нифига, ты должен за что-то зацепиться, то есть, ты должен себя изменить. Всегда перед спектаклем у нас есть какое-то время на такое, как бы, сосредоточение и концентрация. И, в общем-то, Вячеслав Иванович всегда своим примером это показывает. То есть он обычно, ну, где-то за час так отключается практически так от всех организационных проблем, по возможности, конечно, если он это может сделать. И, в общем-то, ну, как-то так внутренне сосредотачивает, и, в общем-то, сам сосредотачивает, и нас сосредотачивает на какой-то такой. Ну, хотя вот, ну, то есть мы уже привыкли к этому, и поэтому мы тоже как-то так все начинают так потихоньку там думать, вспоминать что-то, так, понимать, пытаться понимать, готовиться. Грусть, наверное. То есть в этом я вот как-то мне очень нравится традиционная восточная позиция. То есть там считается, что печаль, грусть, ну, в Китае, в Японии, это основа эстетики, ну, это эстетического освоения мира. То есть вот почему все вот стихи китайские, там они все печальные. Да? То есть считается, человек, который находится в состоянии печали, он, ему проще как бы войти в состояние гармонии там, с природой, с миром, там, чем если он там просто рад. Когда человек радуется, он эгоист. Да? То есть он смеется, он веселится. Там, и он, это напряжение, которое рождает такое закрытие от мира. Да? То есть это агрессия, в общем-то. Да? А печаль, она как бы открывает человека. Спектакли инжесты достаточно своеобразны. Кто-то их принимает, кто-то не принимает. Так на какого же зрителя они рассчитаны? Я не считаю, что они, допустим, богемные или элитарные, как часто иногда приходится слышать. Просто нужно чувствовать немножко нестандартно. Нужно немножко уметь открывать свое сознание для происходящего. Ну, с одной стороны, театру 25 лет, мне кажется, он как-то каких-то людей своих воспитал уже, да, то есть каких-то, какую-то публику, которая за студенчество-то, да, то есть вот он ее как бы имеет, да. Ну, целевая, мне кажется, это все-таки вот студенты и молодежь там 20-25, которые хотят видеть что-то другое. Не то, что они постоянно имеют по телевизору и в театральных залах. Иногда мне очень нравится, как реагируют дети там. Причем не в таком виде, как культ походы, да?
А когда вот иногда приходит, вот буквально на последнем спектакле сидел какой-то ребенок с родителями, а вы, наверное, слышали, да? То есть я просто обалдел, да? Как он там реагировал. Там. Я больше скажу, для кого я не хочу никогда играть, это для людей, чересчур отягощенных, значит, культурой. Да? Ну, то есть, потому что вот, при всем при том, вот, когда вот, я вижу, сидят вот, те же бабки, там, те же дети, там, и получают удовольствие, и сидит какая-нибудь комиссия там, от райотдела культуры, какие-нибудь тети, там, дяди важные, которые отягощены, что они должны нести там, культуру в массы и знают, что это такое. Там, значит, ну, их это просто пугает, и они вообще не знают, что с этим делать, да, в себе. То есть они отторгают это от себя. Ну, то есть, ну, от этого иногда там бывали и проблемы. Там. Вот иногда вот люди чересчур как бы оккультуренные, да, то есть они мешают. Обычный театр как бы немного устарел. Сейчас уже практически ну, не бывает таких постановок, которые было бы интересно смотреть современному человеку, я считаю. Это очень ложится на то, о чем думает взрослый человек, о жизни, о свободе, о несвободе, о том, какие у нас оболочки, какие у нас кумиры, кто нас увлекает, кто куда нас зовет. Всегда существуем как бы между желанием, мечтой там, и реальностью. Ну, наверное, это тоже правильно, да? Потому что если бы ты ходил как дурак и все время улыбался, что у тебя все есть, наверное, ты бы ничего никогда не сделал. То есть, ну, опять-таки возвращаюсь, что основной посыл творческий, эмоциональный, то есть это все равно печально.